Документальный фильм нашего земляка Алекса Плата «Дом колышущихся сосен» победил в 7-м конкурсе короткометражного кино «Окно в интернет». В нем приняли участие игровые, документальные и анимационные фильмы, всего более 200 работ. «Дом колышущихся сосен» обошел соперника в зрительском голосовании. Десятилетний мальчик-каратисте и его тренере уже имеет немало наград. Он стал первым на международном кинофестивале «Сочи фильм-фестиваль» и «Белые ночи» в номинации «Лучший детский фильм». История ребенка, который развивает себя физически и духовно, преодолевает препятствия и добивается цели, высоко оценили независимые эксперты, зрители. Цель вообще фильма была популяризировать спорт вообще, чтобы больше детей ушли с улиц и заинтересовались спортом. Вот. Решая вот эти вот, вот эту цель, мы решили вот показать фильм на многих кинофестивалях. Он вошел в шорт-лист нескольких кинофестивалей, и я считаю, что задача выполнена, потому что многие люди его посмотрели. Если дети посмотрели этот фильм, наверняка они могут заинтересоваться спортом. Съемки фильма проходили в красивых и экологически чистых местах Чувашии. На водопаде в Маргаушском районе, в лесах Заволжья. Тренировки в таких местах закаляют и вдохновляют, отметил главный герой фильма Александр Барган. Фильм для него – часть жизни. Карате он занимается 8 лет. Я посоветую вам отойти от компьютеров, заняться спортом и влиться в здоровый образ жизни. Не нужно зависать в виртуальном мире. Авторы фильма «Дом колышущихся сосен» примут участие в 27-м фестивале российского кино «Окно в Европу», который пройдет в Выборге с 2 по 8 августа. Ольга Алексеева, Павел Редков, Республика.